Так, ну что ж, флора и фауна, вернее, флора у нас есть. Так, вот она. Что касается фауны, то здесь должен стоять динозавр, а сверху лететь птеродактиль какой-нибудь. Ну, не знаю, до птеродактиля дойдет или нет, но вот здесь, мне кажется, не хватает пару папоротников, ребята. Ну вот какой, скажем так, Юрасик парк без папоротников? И еще вот здесь должны быть бетонные блоки и решетка такая из прутьев. Такая вот тудун-тудун-тудун-тудун здесь. Тогда будет уже полностью готово к фауне. Джип надо будет переделать, тоже сделать его закрытым, наверное. Я думаю. Поставить тут фонари или сзади много фар. Да, кстати, не забыть, вот здесь посередине должна быть какая-то такая дорожка, по которой, рельсы, по которой машина должна ехать. Вот так это будет выглядеть. Ну что ж, давайте сделаем папоротник. Ту-дун-ту-дун-ту-дун. Так, как он должен выглядеть-то? Я думаю, почти как пальма. Только более... Сожмем. Так вот, да. И теперь... Тоже мы его сейчас загнем. Да, побольше немножко, чем у пальмы-то. Так, дальше двигаем сюда. Вот так. И скажем, что у нас должен быть этот, подождите, сначала. А, ну да, пускай будет. Так. Мы вот этот оставим, поставим пивот, поставим сразу же в 3D курсор, вот так. А здесь пойдем в Edit Mode и возьмем вот это, ставим здесь, скажем, E и вот так за папоротник. Опять же Е. Еще раз Е. Я думаю, еще раз не помешает. Вот такая дуга должна быть, да. Хорошо. Ну а далее мы с вами пойдем уже в точки. Листочек мы начнем собирать листочки. Здесь вместе соберем их. Я думаю, что вот такой папоротник вполне имел место быть в доисторическом обществе. Ну а теперь, да. Ну и здесь мы можем теперь... Так, у нас... Ну давайте. Это К. А, вот так, да? Нет. К.
Понятно. Значит, она разрежется. Обязательно, чтобы они все были одинаковые, наверное. Главное показать, что это вот такое папоротное растение. Да и все. Вот тут не очень хорошо получилось. Ну и еще одно вот здесь. Так. Ну, где-то примерно так. Чтобы нам не мучиться, давайте-ка мы вот это уберем сейчас. Вот это вот просто уберем. Так. А это, скажем, что нам нужен замирорить. Для нас мирор. Вот так. И сказать apply. Где посмотреть edit mode. Ну, елки-палки, у нас же было с самого начала. Теперь выбирай все. Надо было уже вырезать, а потом мирорить. Ну да ладно, не проблема. Удаляем фейсы. Вот такой вполне меня устроит. Единственное, что я такой, что вот это немножечко выдвинул вперед. А эти две расширил бы. А эти удалил как ненужные элементы. Вот так. Ну, а эти, скорее всего, надо еще посильнее сжать. Прям вот так. Все отлично. Теперь повторяем фокус с empty. Фокус с empty у нас происходит так. Мы говорим, что нам нужен empty. Кстати, где она? Но она появляется только в объект модуле. Вот она empty. Во, встала. Молодец. Берем эту. Говорим, что нам надо все вот это reset сделать. Что она вот именно так должна быть. Я думаю, только может быть чуть-чуть наклонить. А нет. Не будем наклонять.
Мы пойдем сейчас с вами array. Скажем, убрать вот это relative. Скажем, что нам надо 6 как минимум. Так. Возьмем вот это empty. Кликнем. Вот она. Constants. Объект image. Все. По идее, если мы теперь R нажмем, то вот они наш паблик. Прекрасный паблик, кстати говоря. И естественно мы можем сказать Shift T. Ой, ой, ой. Ну как интересно, посмотрите, как летает все. Это почему? Потому что play надо нажимать. Вот и play теперь это объект полностью. Мы говорим Shift D, поднимаем, Z раскручиваем, R, не, ребят, R, Z, вот так раскручиваем, так, и немножечко уменьшаем, скажем, вот так. Вот, это ж мало даже так. Уже ползает. Вот так. Угу. Ну и я такой, что знаете, к сожалению, день рождения, еще бы одну такую сделал. Shift D, вот так, и махоньку. Теперь уже махонька. Так вот. И R наклонил бы я сюда, поднял бы ее немножко. Так. И смотрел бы. Да, вот так она чисто сильнее повысилась. Может быть перебор. Вот так, мне кажется, вполне достаточно будет. Хорошо, ребята. Это у нас новый. Поставим коллекцию. Скажем, что это паблик. Паблик. И все, вот это empty нам не нужно. Удаляем ее сразу. Поработал, молодец. Так, я вот не знаю, мы можем, конечно, это в одну Ctrl, нет, Ctrl, нет, нет, а, потому что вот здесь еще и play. Вот теперь, когда нет этих ключиков здесь, Ctrl, нет, работает аж бегом. Мы его в папоротник засунем, потому что их будет много. Давайте посмотрим, сколько. Откроем все. Так. Возьмем наш папоротник. Потащим его куда-нибудь. Сюда. Только что. Так. Но опять же поднять наверх. И какой-нибудь цвет ему присобачить. Сейчас посмотрю, какой.
Совсем светлый, да? Так и потемнее, да? О, нет, его вообще не стало видно. Лучше посветлее сделать. Вот так, теперь остается раскинуть это вот здесь, делать больше, делать меньше, и все. Это у нас закончено. Но это я уже без вас, ребят. Хорошо? Встретимся, когда будем делать теперь уже динозавра или же птеродактиля для разминки. Да? Хорошо, договорились. В итоге у нас получилась довольно-таки миленькая флора, как вы видите, да? Меня радует, я не знаю, как вас, меня радует. Ну что ж, теперь действительно надо заняться фауной. Пока. Пойду чертежи птеродактиля искать.